Между тем, в Алматы отопительный сезон начался раньше срока на более чем 2 недели. Об этом сообщил пресс-секретарь главы города Асет Мукажанов на своей странице в Инстаграм. Он написал, что сегодня по поручению акима Бакыджана Сагентаева к теплу подключили все социальные объекты, в том числе школы, больницы и детсады. А вот тепло жилым домам, как ожидается, дадут до конца этой недели. Ранее в городском акимате заявляли о полной готовности инженерных сетей и котельных. Аян Рафина Рикбаева расскажет подробнее. 139-ю городскую школу одной из первых подключили к отоплению. В гимназии открыто 6 дежурных классов. Период простудных заболеваний не за горами, поэтому крайне важно, чтобы в кабинетах было тепло, считают в администрации учебного заведения. 2 года назад в школе был проведен капитальный ремонт. Все приборы, оборудование, вплоть до мебели, все новое. Мы очень рады, что раньше подключили школу к отоплению. У нас есть дежурные классы. Хотелось бы, чтобы они учились в удобстве. Обычно отопительный сезон в мегаполисе начинался 15 октября. Но из-за низкой температуры воздуха городские власти дали тепло раньше положенного срока. В первую очередь к отоплению подключили школы, детские сады и больницы. А в течение недели батареи потеплеют и в многоквартирных домах. По данным Казгидромета, в начале октября, вот в конце сентября у нас резкое похолодание. И, то есть при температуре 8 градусов среднесуточной, в течение 5 суток, если будет держаться 8 градусов, по закону мы должны начать отопительный сезон. Городские сети и системы теплоснабжения полностью готовы к отопительному сезону. Весь городской комплекс котельного хозяйства проверили заблаговременно. Капитальный ремонт и иные профилактические работы во всех 83 котельных выполнены на 100%. Ремонтные работы на котельных направлены на улучшение системы отопления. На котельных специалисты сутками проверяют и отрабатывают систему подачи воды. Поэтому мы на 100% готовы к отопительному сезону. Всего в городе 444 объекта образования, 133 здравоохранения и свыше 8000 многоквартирных жилых домов, которые подключены к центральному отоплению. Айнрафина Рикпаева, Ялкунжан Ашимжанов, телеканал «Алматы».